Сегодня у нас будет достаточно простая лекция. Основная ее цель – познакомиться с основными понятиями обучения с подкреплением. Не нужно обольщаться тому, что все будет просто, потому что мы потом попытаемся введенные сегодня понятия перевести на глубокое обучение. И очень желательно, чтобы все, что было сказано сегодня, было усвоено к следующей лекции. Иначе будет сложно и непонятно. Начнем вообще с того, что такое обучение с подкреплением. Важно понимать, что на самом деле все машинное обучение, оно не заканчивается на обучении с учителем и обучении без учителя. Есть задачи, которые нельзя решить напрямую подходами из этих двух ветвей. Что такое обучение с подкреплением? У нас есть агент и есть среда. Агент смотрит на среду, смотрит на ее состояние и может совершить одно из действий. Действие может быть как конечное число, так и бесконечное. А среда, в свою очередь, отвечает на это действие следующим образом. Она может измениться, то есть может измениться состояние, в котором она находится. И также среда может выдать так называемый reward, то есть награду за действие агента. Какие простые примеры? Самый простой пример – это человек как таковой. И можно о живом человеке или вообще о живом существе думать как об агенте в обучении с подкреплением. Каждое действие человека, например, когда он учится ходить, по сути, подходит под эти правила. В данном случае ревордом можно считать то, что человек не упал, или то, что он дошел, там, маленький мальчик дошел до кухни, там, попросил конфету. Если он дошел, то ревод равен единице, если не дошел, то нулю или минус единице. В зависимости от деталей среды. Можно рассмотреть более сложные задачи, которые также подходят для обучения с подкреплением. Например, если мы играем на бирже, то управление портфелем ценных бумаг тоже подходит под описание обучения с подкреплением. Также любая настольная игра, например, шахматы, подходит. В данном случае ответом среды. Среда будет отвечать на сыгранную партию. Как только партия заканчивается, агент, игрок, получает единицу, если он выиграл, минус единицу, если проиграл. И, как я говорил про человека, точно так же можно рассматривать робота, который учится ходить или учится выполнять какую-то задачу. Его тоже можно рассматривать как агента в обучении с подкреплением. Вот. Кто-нибудь может предложить какую-то еще задачу, которая концептуально отличается от этих трех. Онлайн-игры какие-то? Что? Онлайн-игры. Ну, онлайн-игры, конечно, очень похожи на настольные игры, но да. Да, наверное, все быстрее, все просто на. Что-то
Еще один такой классический пример — это многорукие или однорукие бандиты, когда, то есть, наверное, до сих пор в казино есть такие автоматы, в которых вы можете дернуть за одну ручку или за N ручек и получить выигрыш или, наоборот, проиграть деньги. Себя в этой системе тоже можно рассматривать как агент, а автомат как среду. Как я уже сказал, одно из важных свойств среды и взаимоотношения среды с агентом является награда, реворд. И почти все задачи, которые решаются, они так или иначе сводятся к максимизации среднего значения выигрыша. Например, если мы научимся в среднем выигрывать в шахматы, то это, скорее всего, означает, что мы научились хорошо играть. Либо если мы научились в среднем зарабатывать много денег на бирже, то можно считать, что мы в этом случае решили задачу обучения с подкреплением. Почему задача обучения с подкреплением не сводится к обучению с учителем? Что такое обучение с учителем? У нас есть выборка данных, так называемая обучающая выборка. То есть это данные. На языке обучения с подкреплением это состояние системы и метки. Под метками в данном случае можно было бы использовать пары действия агента и награды. Так вот, в классическом обучении с учителем мы пытаемся по фиксированной обучающей выборке обучить классификатор или регрессию. К сожалению, в более-менее больших сложных системах такой подход работать не будет, потому что мы не сможем даже банально перебрать все состояния системы и уж подавно не сможем сохранить историю наших взаимодействий с этой системой. На слайде приведены два примера. Один пример, если мы хотим просто по картинке из игры научиться в нее играть, можно представить себе, сколько данных будет генерироваться за одну партию, например, игры в GTA или какую-то другую сложную игру. И второй пример — это нью-йоркский рынок. Ну да, правильно. В нем происходит безумное количество покупок в день, и просто их все хранить за несколько дней — это уже очень тяжело, а пытаться их варьировать, чтобы лучше себе представлять систему, будет еще сложнее. Поэтому классические методы обучения с учителем работают плохо. Чтобы хоть как-то решать такие задачи, мы хотим максимально эти задачи упростить для себя. То есть мы хотим придумать какое-то такое условие, которое позволит нам не хранить всю историю или же всю выборку
данных. Оказывается, что достаточно предположить условия марковости, которое заключается в следующем. То есть мы хотим, чтобы все состояние системы описывалось ее текущим состоянием. То есть хотим научиться так ее описывать, чтобы мы могли забыть все предыдущие ее состояния и при этом не потеряли никакой информации. Оказывается, что такое сильное условие, тем не менее, не является очень строгим. То есть мы почти все сложные задачи, почти во всех, в решении всех сложных задач можем его допустить. Как только мы предполагаем, налагаем условия марковости, можем ввести вот такую матрицу переходов из состояния И в состояние G, в которой просто и житый элемент равен вероятности перехода. Вопрос про какую сумму вероятности можно сказать, что она равна единице. Почему? Потому что куда-то можно перейти. С вероятностью единицы мы куда-то перейдем. Ну или останемся на месте. Правильно. Другими словами, это частный пример какой формулы? Да, правильно. Отлично. Вот, теперь мы можем ввести определение марковского процесса. А именно это пара из значений S, они же состояние системы, и матрица переходов, которые мы видели до этого. А пока мы рассматриваем конечную систему, но на самом деле совсем не сложно доопределить это определение для систем с бесконечным количеством состояний. Просто матрица соответствующая будет бесконечной. Рассмотрим такой смешной пример марковского процесса, а именно этот процесс описывает студента. Студент может посетить три предмета и получить зачет на экзамене. Еще он любит сидеть в Фейсбуке и периодически спит и ходят в паб. Здесь стрелками написаны не нулевые стрелки, соответствуют переходам в нашем марковском процессе с ненулевой вероятностью, и, соответственно, на стрелках написана вероятность. Вот. Но как мы уже говорили в начале, нам почти во всех системах, которые мы хотим изучать, нам интересно получать награду. И, соответственно, благодаря награде мы вообще сможем решать те или иные задачи. Соответственно, мы к марковскому процессу добавляем еще
еще и реворды, награды. В данном случае они подписаны под узлами процесса. В данном примере реворды, они с точки зрения агента, то есть с точки зрения студента, ну и наш студент не очень любит ходить на пары, вот, но зачет любит получать. Что это значит? Первую пару прогулял, вторую пару не прогулял, потом ушел в паб. То есть если он там в класс 1, там может вероятность 0,5, пойти в класс 2, вероятность 0,5, пойти там в Facebook сидеть. Да. Ну там с вероятностью 0,9 продолжить сидеть в следующем шаге. Теперь если... Так как мы хотим максимизировать не просто локальную награду, но какую-то среднюю награду, нам очень сложно оперировать бесконечными суммами, поэтому вводится так называемая дисконтированная сумма, то есть сумма с геометрически убывающим коэффициентом. Как раз таки такую сумму интересно вводить, когда мы не можем ограничить количество действий. То есть если нас интересуют только какие-то конечные последовательности, например, не больше 10, то дисконтировать не обязательно. Если же нас интересуют какие-то очень большие суммы, тогда, как мы позже увидим, оперирование то есть переход к дисконтированному реворду становится обязательным. Одно из центральных понятий для классического обучения с подкреплением является так называемая value function. Она определяется просто как мод ожидания суммарной награды, если мы начинаем из состояния S. Далее, благодаря тому, что наш суммарный дисконтированный реворд имеет такую простую форму, мы можем переписать value function как мат ожидания от нее самой, только на шаге t плюс 1. То есть, вот, как видно здесь. И ровно благодаря, собственно, вот это равенство как раз называется уравнением Беллмана для функции значения. Благодаря этому уравнению на самом деле очень легко вычислять value function. Всем понятно, как? Так, сюда. Потому что мы v от s определили. То есть что такое
Давайте повторим, что такое value function. Это матожидание всех ревордов, которые получаются, если мы проходим по марковскому процессу, начиная с состояния S. Когда мы делаем S, value от S, T плюс первого, там тоже S, T плюс первого у нас какое угодно может быть? Да, какое угодно. Просто мы определяем там как P равно S. Что, что определяем? Нет, начальное, нет, смотрите, у нас начальное состояние будет некое ST плюс первое, которое может, может равняться S, может равняться чему-то другому. Ну да, если вот по форме расписать, то там ST плюс первое, но ожидание там GT от ST плюс первое равно чему-то. Вот это может быть что угодно или как? Сейчас, в последней строчке? Да, или... если вот взять вот это VST плюс первого, ну и расписать по формуле, которая сверху. Тогда формула просто превратится в матожидание, начиная с шага ST плюс первого. Вот, а вот условие там какое будет? То есть ST плюс первое равно? Нет, здесь на самом деле некоторая неудачность обозначений. То есть на самом деле там будет ST равно ST плюс первое. Вот именно мы начинаем не S, а вот начальное состояние у нас будет ST плюс первое. Да. Она. То есть, наверное, лучше было здесь написать не ST плюс первое, а там какой-то S-штрих, а вместо RT плюс первого, да, RT плюс первое оставить. Еще важно отметить, что часть состояний в марковском процессе, они так называемые терминальные состояния, то есть из них нет стрелок никуда. Как только система пришла в это состояние, дальше ничего не происходит. И это означает, что если мы продолжим вот этот граф до терминальных состояний, мы сможем восстановить value function. Так. Давайте. Здесь понятно? То есть это на самом деле ключевое место для нас. Так. По определению, в третьей строчке, вот это то, что в скобках, это GT плюс первое. У нас получается, ну, то есть, кажется, что чуть сунули. Ну, то есть, вот это то, что в скобках, а если еще назад слайд сделаешь? Ну, то есть, это вот это реворд суммарный, если мы начнем из состояния ST плюс 1, правильно? Да. Ну, это как раз-таки и есть. Так. Это же T плюс первое. Да. ST плюс первое это случайная величина, которая, правильно? Нет. Это опять фиксированная. Да. То есть тогда непонятно, как мы от GT плюс первое перешли в ST плюс первое. Ну, смотрите, что такое ST плюс первое? Ну, то есть, да, как правильно было сказано, это случайная величина, которая
которая может принимать какие-то одно из n состояний системы. Но дополнительные условия, что ST плюс первое получается переходом из S из ST. Ну, то есть именно ST плюс первым. Просто потому, что они равны по определению. То есть у нас что такое reward t плюс 2? Это число для фиксированного ST. ST. Пусть. То есть, ну окей, давайте. Давайте распишем. То есть у нас есть наша V от S, которая нет, не зависит. Как раз благодаря тому, что вот эти RT – это скалеры. Сейчас, может быть… то есть как устроена наша система? Если мы переходим из состояния S в S', то мы получаем какой-то новый reward. Который связан. На самом деле можно рассматривать более сложные системы, но для нас вот этот S' будет связан только с новым состоянием. Ну, то есть у нас определены там, как матричкой для каждого перехода из одного состояния в другое. На самом деле мы рассматриваем еще более простую систему. И для нас реворды зафиксированы для каждого состояния. То есть, по сути, это матричка? Нет, это не матричка, это просто вектор. Можно вопрос, почему мы каждую следующую награду умножаем, а не все предыдущие? Ну, типа, если мы хотим на гамму умножать, чтобы у нас не бесконечность, ну, типа, награда не знаю, ну, короче, сумма не стала бесконечностью, почему мы умножаем все следующие, как бы, награды? Правильный вопрос. Вы можете взять гамму больше единиц. Тогда. Если взять гамму больше единиц и сумму полера там от p плюс 1 до бесконечности, то это разойдется. Правильно. Сейчас. Собственно, почему мы так делаем? Мы так делаем просто из. Более-менее из житейских соображений, то есть нам не интересно, что там будет на бесконечности, нам интересно, что происходит локально. То есть мы таки берем гамму
единиц. Конечно. Либо равно единиц. Ну, то есть, если система в принципе допускает только конечное количество шагов, например, 4 шага, то все гаммы будут примерно одинаковый результат давать, отличные от нуля. Вот. Но чаще всего, чтобы хоть как-то представлять себе локальный выигрыш, как раз берется гамма сильно меньше единиц. Получается, мы как бы в обратную сторону идем. Типа, у нас есть какое-то состояние, ну, в которое мы уже пришли. Каждый следующий шаг мы, ну, вы тоже про это делаете, мы каждый следующий шаг как бы, ну, назад говорим, типа, вот сейчас у нас вероятность выйдет такая, в смысле такая, какой размер награды, типа, посчитай, сколько у тебя будет предыдущая награда, типа, в обратную сторону. Да. То есть, на самом деле, уравнение Беллмана немножко смахивает на backpropagation. Из какого момента мы начинаем идти назад? Ну, или типа мы просто там какую-то определенную кусок проходим и возвращаемся назад, потом типа следующий. Если наша система обязательно приходит в терминальное состояние, то достаточно начинать просто из всех терминальных. Либо мы можем просто задаться какой-то константой и рассматривать только состояние глубины вот этой константы. Состояние, с которого мы начинаем, как мы у него посчитаем награду? Ну, типа, она же тоже, ну, если у нас как бы, ну, если у нас, короче, если мы начинаем не с терминального состояния, то это тоже может быть? Да, может быть. Сейчас, саму награду для состояния мы знаем, правильно? Она нам дана. Вопрос, как посчитать value function для нее. Можно просто начать с какого-то случайного значения? Ну, получится, что тогда все предыдущие значения тоже будут случайными. Ну, только зависящие от нашего. Да, но если, как мы увидим чуть позже, если мы будем повторять этот процесс несколько раз, то значения станут правильными. Если мы просто стартуем с случайного состояния, выбираем случайную награду и... Ну, ровно так происходит на самом деле в backpropagation. То есть мы сначала инициализируем веса случайно, а потом мы их пересчитываем так, чтобы они стали правильными. Как раз благодаря градиенту. То есть мы всегда предполагаем, что у нас система ну, типа, с циклами. Потому что, ну, иначе мы всегда можем начинать из случайного состояния, и у нас как бы не будет value function для этого. Или как это называется? У нас не будет значения value function для нового состояния. Сейчас. Мы его каждый раз берем случайно. Нет, скорее мы работаем в системе, в которой конечное число состояний, то есть все, о чем мы сейчас говорим, оно скорее про систему с конечным числом состояний. И просто когда мы начинаем случайного, в какой-то момент мы все переберем. И после этого мы будем уже, ну, брать как бы уже в предыдущем шаге посчитывания этих вообще. Да. Так, нужно что-то расписать? Так. Ну вот, нет. Давайте. Ну, то есть там надо обратно к исходу ожидания, потому что, ну, то есть понятно, откуда, ну, я понял, откуда берется, в общем-то, условия на SK2-Skew, это, ну, как, на словах понятно, ну, то есть, как аккуратно было, ну, от ожидания не очень понятно, ну, то есть, как мы перешли от формулы ряда к формуле космоса. Окей, вы согласны, что... Ну, то есть вот эта штука, вот, которая сколько, понятно, что это как бы, если бы мы начали состояние SK плюс 1. То есть, но... Ну, то есть нам но что... Но непонятно, почему закон набрать на ожидание, если менять сколько. Ну, во-первых,
мы можем воспользоваться аддитивностью мод ожидания, правильно? От вот этого. Вот, а теперь нужно понять, почему на самом деле вот эту вещь можно заменить на ну, то есть вот эта штука равна g t плюс 1. Правильно? Нет, ну, да. Да, правильно. Теперь спрашивается, почему можно взять еще одно, почему это равно мат-ожиданию. Ну, там. Ну, так писать не очень хорошо. Ну, то есть, что-то либо с разночинным, что-то не так, либо... Подожди, что там вообще за... Ну, кто из... Смотри, там получается гамма у нас на b с t плюс 1, при условии с t плюс 1. Не, плюс. При условии то, что это... Чтобы было понятнее, мы можем переписать... Так, давайте вот это мат-ожидание перепишем в таком виде. Значит, это будет мат-ожиданием по всем S' выходящим из S. Ну, здесь, давайте здесь вынесем гамму, да? Значит, будет вот это мат-ожидание правильно, да? Что еще раз? А, мы сейчас как самое первое. Вот это. Когда там rt плюс 2. Сейчас последний, да, правильно, rt плюс 2. Да, теперь перейдем на язык S'. То есть у нас получится, что вот эта вещь равна мат-ожиданию. Тогда для состояния S' rt плюс 2 – это rt плюс 1 для состояния S. Ну, так как это тот реворд, который мы сейчас получим. Здесь было 3. t плюс 2, плюс так далее. Вот, а это ровно то, что мы хотели получить. Окей? Так.
Ну, я после лекции скажу, где можно еще подробнее почитать. Но на самом деле, все, что вам нужно сделать, это попробовать руками повычислять эти значения. Да, это просто P, просто вот наше, где это было, да, вот просто вот это. Мы еще, наверное, использовали то, что у нас как бы каждый момент времени анализируется именно вот это явно. Да. Ну, то есть, поэтому мы можем туманно. Да. Еще мы можем нашу, как раз можем вспомнить, что P от S' образует матрицу, и мы можем думать про V, точнее не про V, а про вот эту сумму R плюс гамма на P, как об операторе. Действующим на V. Окей. Суммируя то, что у нас получилось, это так называемый марковский процесс с наградами, как раз в котором есть пространство значений в пока рассматриваемый нами случаях конечное дискретное пространство, есть реворды. И есть матрица переходов. И то, что мы хотим добавить, чтобы получить полную картину, как раз-таки, чтобы решать задачи, которые мы обсуждали в самом начале, мы хотим добавить еще действия. То есть это набор действий, которые на каждом шаге выбирает агент. То есть, например, если агент — это студент из нашего прошлого примера, то он может выбирать, какую сторону ему идти по графу. Нет, вероятности у нас исходные, у нас определены только переходы системы. То есть то, что мы рассматривали до этого, там система сама решала, что с ней происходит. Теперь мы добавляем еще и взаимодействие с агентом. То есть уже эти вероятности у нас исчезают? Нет, они добавляются новые. Сейчас мы увидим, что происходит. На самом деле, вот как раз в определении у нас теперь добавляется так называемая policy, то есть это стратегия, которой следует агент. И она как раз-таки определяется вот набором вот таких вероятностей. То есть это вероятность выбрать действие А, если мы находимся в состоянии S. И вторая вещь, которая добавляется, второе понятие, это так называемая Q-function. И она равна ожидаемому суммарному реворду, если мы начинаем в состоянии S и делаем действие A.
Не очень понятно, чем тогда наши действия отличаются от тех вероятностей. То есть, зачем нужны вероятности? Мы как бы вроде бы определяли, то есть поведение, и сейчас еще раз его добавляем. До этого у нас все действия были действиями системы. То есть система переходила из состояния S в H' к какой-то вероятности. А теперь у нас еще есть влияние агента. То есть, например, если это ребенок, идущий по скользкой дороге, он может, то есть он хочет дойти домой, например, и его действия могут как привести к тому, что он дойдет домой, так и не привести, если он поскользнется и упадет. Как раз таки действие ребенка – это то, как он идет. А действие системы – это скользкость. То есть с какой-то вероятностью, даже если ребенок идет правильно, он упадет из-за того, что дорога слишком скользкая. Можно, например, со студентом? Есть у него вероятность переходов из одного состояния в другое. Тут можно добавить какое-то действие студента? Да. Что это будет тогда? Действие будет, то есть он дополнительно, например, с вероятностью 1 будет переходить отсюда сюда. Но по каким-то причинам он не всегда сможет это сделать. Например, из-за того, что там аудитория будет закрыта. Или его по пути кто-то остановит. То есть вот все вот эти дополнительные условия, их приносит система. Сейчас, то есть получается, что у нас вот сейчас вероятности по 0,5, и они перестают как бы вообще хоть как-то влиять? Нет, не перестают. Еще раз, то есть как у нас теперь будет устроена система? Система будет взаимодействовать, дополнять выборы студента. То есть получается, что типа зависимость от дня недели, погодных условий и еще чего-то? Да. Там, то есть, тут как-то не совсем корректно, это кажется. Вот эта система, в принципе, То есть вот эта система, она от студента не зависела. То есть вот это решение, пойти на лекцию, не пойти, оно просто принималось самой системой. То есть это был такой усредненный студент. Теперь у нас студент не средний, а там, самый настоящий. И он сам еще может выбирать действия. Но действие не обязательно заканчивается переходом из состояния S в состояние S'. Потому что переход вероятностный. Как раз таки вот эти вероятности, их вносит сама система. И получается, что у нас есть как бы вероятности при данном действии, что система перейдет как-то в другое состояние, типа и... Да, именно так, все правильно. Как раз вот наша матрица переходов, она превратилась вот в такую матрицу, которая уже на самом деле не матрица, а тензор. И дополнительное понятие, которое мы вводим, это co-function, который я уже определил. Но на самом деле концептуально ничего не изменилось. Мы можем просуммировать по всем действиям и получить наши старые P из S в H'. Окей? То есть мы можем избавиться от влияния действия, просто просуммировав по всем действиям. Собственно, этим мы скоро будем заниматься. Да, это тоже частный случай, формула полной вероятности. Теперь к нашему старому уравнению Беллмана для value function добавляется еще и уравнение Беллмана для co-function. Всем понятно, откуда второе следует? Кому-нибудь непонятно? А,
А, t – это действие в момент времени t. Ну как, у нас есть два набора. Один, первый набор – это набор состояний, второй – это набор действий. И примечательность действий в том, что их выбирает агент. То есть, когда мы будем взаимодействовать с системой, мы сможем сами выбирать действия. При этом состояние не обязательно сможем выбирать. Да, так и есть. Просто у нас добавится еще сумма по А. Таким образом, мы можем снова нарисовать диаграмму, как на предыдущем слайде, но уже использующую QFunction. Здесь белые точки означают, что мы... То есть полые точки означают, что мы работаем с value function, а черные означают, что работаем с QFunction. Таким образом, мы получаем зависимость между... То есть простой способ описания зависимости между value function и QFunction. Ну, то есть действительно, как получить из Q-функции в функцию? Ну, на самом деле взять мат ожидания по всем действиям. Как раз таки, что написано, что в явном виде написано вот здесь. Но можно сделать наоборот. Можно, имея Q-функцию, посчитать value функцию. То есть теперь мы считаем мат ожидания уже по состояниям, в которые можем перейти. Окей? Ну и, наконец, мы можем объединить одно и второе и получить новое выражение для value функции. То есть, по сути, мы сделали... Понятно, откуда берется это уравнение. Да, мы просто считаем... Считаем мат ожидания по действиям. А если мы берем конкретное действие, и его вычисляем мат ожидания переход. Мы берем какое-то фиксированное действие А. И теперь считаем по всем состоянием S', которое следует за состоянием S. Давайте вернемся к определению. То есть Q-функция – это вот такое мат ожидания. То есть так, где мы?
вот здесь сейчас. Пи – это наша policy, то есть это то, как, то есть это набор вероятностей, сейчас где они были, вот, то есть это набор вероятностей, которые из состояния, находясь в состоянии S, выбрать действие A. Так, нужно ли расписать, как из value function получается q-функция? GAT – это вот это дисконтированная сумма ревордов. Так. То есть вот у нас есть value функция, она никак не зависит от данного действия. Теперь пусть у нас есть дополнительное требование, что в данный момент совершено действие А. То есть то есть мы что мы хотим сделать? Мы хотим вот эту величину выразить через вот эту. Для этого мы делаем фактически ровно такую же. Ровно такой же переход, какой мы делали в обычном уравнении Беллмана. То есть это. Правильно? То есть мы еще раз применяем. Сейчас. Есть ли вот в этом равенстве ошибка? У нас еще от этого первый участок. У нас уже другой фанкшн, да? Вообще.
Вот. А теперь мы просто по определениям от ожидания получаем нужное нам равенство. Ну, то есть... То есть вот это условие, оно переехало в матожидание из определения value функции, а матожидание по нашей policy, по нашей стратегии, как раз таки даст вот эти P из A, P, A, S, S. Что, что понятно, как получается? Первое слагаемое понятно, по определению. Да. А второе, для второго вам надо сначала сделать переход из уравнения Беллмана, собственно, вот этой стрелкой он и изображен. То есть это переход из черной точки в полую. Как только вы сделали переход, вы просто... Используйте определение математического ожидания. То есть это будет сумма значений на вероятности. Правильно? То есть опять же мы воспользовались тем, что можем взять еще одно матожидание внутри матожидания и получить то же самое. Вот. И ровно так же мы можем сделать два шага. То есть на самом деле все, что вам нужно понять, это то, как устроены вот эти диаграммы. На них, повторюсь, на полые точки обозначают переход в value функции из уравнения Беллмана для value функции, а черные точки означают переход в Q-функции из уравнения Беллмана для Q-функции. Вот. Точно так же можно инвертировать картинку и получить выражение для Q-функции. Вот. Теперь мы хотим все это использовать, чтобы искать хорошее решение. Просто для простоты обозначений будем вместо... Да, для простоты обозначений будем записывать вместо вот этой страшной суммы вот P из S в S' при условии стратегии P, аналогично с ревордами. Окей? Это просто обозначение. И теперь наши уравнения принимают вот такой простой вид. Окей? Мы ничего не сделали, просто ввели новое обозначение. При этом RP — это вектор, а P, P – это матрица. Получается, что нам не нужны состояния, вот эти Q, информация о Q, мы, получается, не хотим сохранять. Нет, точно, на самом деле точно так же мы можем поступать и для Q-функции. Это на самом деле будет сказано на следующей лекции, но просто вот ровно такое же уравнение можно написать для Q-функции. Просто поменяв V на Q.
Но мы к этому на следующей лекции вернемся. И теперь, повторяя вот эту операцию много-много раз, мы по фиксированной стратегии Пи можем получить точные значения для V. Но это ровно то, что мы обсуждали в середине лекции. То есть пока нас просто интересуют фактически сейчас ценности состояния только, а да. Ценности действий мы пока не учим. Да, но так как мы умеем из одного получать другое, если мы получим одно с большой точностью, мы и второе сможем вычислить. Теперь все, что нам остается сделать, это научиться находить хорошую стратегию. И один из способов искать эту хорошую стратегию — это просто при фиксированной V выбирать лучшие действия. То есть, допустим… Да. То есть, теперь мы… Что такое наша policy, наша стратегия? Это вот такие вероятности. И давайте будем выбирать вот эти вероятности такими, чтобы они максимизировали для каждого A и S награду. Окей? Тогда для фиксированной value function мы умеем искать оптимальное policy. И дальше идея чередовать обновление V и обновление стратегии. То есть мы сначала выбираем случайную стратегию и находим для нее значение value function для всех S и A. Ну, то есть value function мы находим для всех S, но нам все равно придется все A перебирать. Когда мы будем делать вот такое действие. Вот. Далее, когда мы найдем хорошее приближение для V, мы можем пересчитать policy, как такое, используя функцию argmaximum. То есть мы будем выбирать такое policy, которое максимизирует реворды для всех пар. Можно рассмотреть такую простую игру, где мы можем выбирать, куда ходить, вниз, вверх, влево, вправо, и мы выигрываем, если мы приходим отсюда сюда. И за это мы получаем реворд равный единице. За все остальные шаги мы получаем реворд равный минус единице. И мы стартуем со случайной стратегии. То есть у нас вероятности пойти в любую сторону равны 1/4. И дальше мы считаем ВК и пересчитываем для нее policy. Потом опять для нового policy считаем ВК и так далее. И на некотором шаге мы сойдемся к оптимальной стратегии, на самом деле, на третьем шаге. Как мы понимаем, что она на третьем шаге? Мы никак не понимаем. Что можно пытаться сделать, это сравнить средний реворд для policy сейчас и policy потом. Если они отличаются на эпсилон, то мы ничего не делаем, то мы заканчиваем. Вот. И наш алгоритм в виде схемы выглядит вот так.
каждый раз увеличивать средний реворд. Скажи, почему эта функция выгодна тому? Ровно потому, что оказывается, вот этот оператор, он является зажимающим. То есть, иными словами, ну, на самом деле даже не так. То, что он сжимающий, даст нам, позволит нам говорить то, что мы можем сколько угодно точно вычислить V. А почему, почему выбирая максимизируя по V, когда мы ищем новые полисы, мы можем сказать, что... То есть не так. Ровно благодаря тому, что мы максимизируем по V каждый раз в полисе, мы получаем полис не хуже, чем было до этого. А на самом деле лучше в тех местах, где мы взяли значение побольше. Ну, то есть до этого наша полис в некоторых парах давала вероятности, дающие реворды чуть хуже. Или, по крайней мере, не лучше, чем то, что мы выберем на новом шаге. А у нас гамма получается здесь все то же самое число, которое меньше единицы получается. Да, Из-за этого может получаться, потому что выжимающее. Да. А там сумма вероятность. Ну, то есть, на самом деле, просто если мы возьмем два значения, V и U, и применим к ним вот этот оператор, вот если вы примените Q и вычтите то же самое от V, и возьмете от этого норму, то вот эти штуки уйдут, и у вас останется гамма на что-то там. И это будет меньше либо равняться гамме на просто на разность V минусу. Вот. Это ровно для гамма меньше единицы, это как раз даст вам сжимаемость. Но на самом деле из гаммы равной единице вы часто будете получать сходимость из-за стохастичности. Окей. Вопросы? Но на самом деле наш семинар сегодня будет посвящен простой задаче, на которой вы сможете пощупать все эти вероятности и значения. И вот этот, на самом деле, алгоритм, который мы сейчас разобрали, это не value iteration, это policy iteration. Здесь опечатка в лекции. Это будет каверзный вопрос на коллоквиум. Ну, то есть вот этот алгоритм, который мы сейчас разобрали, получение, его результатом является нахождение оптимальной стратегии, и этот алгоритм называется policy iteration. И он как раз состоит из шагов, когда мы делаем value evaluation, то есть мы по фиксированной стратегии получаем новое значение value function. И потом мы делаем, потом мы делаем policy iteration, когда ищем новое оптимальное значение стратегии. Нет, это на самом деле опечатка, и здесь должно быть value evaluation.
А все вместе это называется policy iteration. Да, про value iteration я расскажу на следующей лекции немножко. Окей, то есть тут мы как раз комиссионный эффект майнер так да. Ну, то есть не очень понятно, что значит, ну, VK плюс первый. Ну, еще раз, у нас алгоритм состоит из двух шагов, которые выполняются в цикле, пока мы не получим хорошее решение. Первый шаг — это мы по фиксированной стратегии обновляем значение value. Вот с помощью вот этого правила. В этом правиле участвует мат-ожидание. То есть на самом деле мы точно этого найти не можем, мы сэплируем. А второй шаг мы выбираем мы пользуемся жадной стратегией для выбора новой policy. Ну, мы просто для каждой пары A и S выбираем вероятности, которые максимизируют выигрыш. Но если речь идет о сэмплировании, мы будем просто каждый раз выбирать действие, которое максимизирует. А когда мы усредним по всем нашим выборам, мы получим новое значение вероятности. Ну, по сути, мы берем в каждом теле цикла, мы просто берем арг-максимум. Да? На предыдущем слайде, там, где iteration 2. Так, вот здесь. Да. Получается, что если мы стоим на начальной клетке, мы никуда как бы и не пойдем, потому что у нас действие это обратно в начальную клетку. На самом деле, я чуть-чуть обманул, в этой игре у нас вот эти два поля, на самом деле, они совпадают друг с другом, то есть это терминальное состояние, и мы начинаем просто в каком-то состоянии случайном. Мы ищем, куда прийти, как проще всего дойти до этого состояния, да? Да. То есть нам надо из состояния S как можно быстрее прийти. Вот. Вы можете выставить другие веса на клетках. Более того, задача, которую мы сейчас будем решать на семинаре, она будет очень похожа на вот эту, но у нас на поле появятся дырки, в которые, если мы падаем, то игра заканчивается, и мы получаем отрицательный реворд. И еще у нас поле будет скользким, и мы в каждый момент времени с вероятностью 0,05 будем идти не туда, куда захотели, а в произвольном направлении.